Май, блядь, меня берет. А, вот они, я вижу. Я не вижу контейнера. Стой, я сейчас им гранату кину. По подвалу. Контролера вижу, по подвалу идет сейчас. В ту сторону. Он на нижнем этаже, на нижнем этаже контролер. Да, стреляю в него. Отходи, отходи, старпом. Он за тобой. Аккуратно, апостол. Убил контролера. Уходи, апостол, отходи, апостол. Убил? Да, контролер минус. Ну, вообще сила. Бля, кто стреляет? Контрольный в голову. Блять. Ты ему уже мозг ампутировал. Ну а вдруг сейчас как вскочит? Подожди-ка, стой. Вижу сталкера, слышишь? Прицел бери. А, мост, смотри мост. Правее, левее. Просто БТР. За БТР спрятался. Блять, в черный плащ был, я полагаю, то что сатанист. Ну съебываем. Сейчас, подожди. Я хочу проверить просто суть в том, что он... Вот он! Можешь прикрыть? Блядь, вот сука. Не подходи близко к нему, дробовик. А, иди плавно по одной стороне. Он уходит. За БТР. Наверх можно как-то залезть? Да, лестница должна быть. Вон дальше у тебя справа лестница есть. Блять, попал хорошо. Тебя? Я в него. Не подходи близко, у него дробовик. Возьмем на близкий. Дыхание установлю, подожди. Он зажат. Проблема в том, что... Бля. Сваливать надо. Я знаю. Давай, уходим. Съебываем. Красавчик. Блять. Что случилось? Тебе жизнь дорога вообще? В смысле? Ну там греховец с СВД гуляет где-то. В смысле, где-то гуляет? Ну, мы не знаем, мы убегали от него. Ну, я одного ну, я понял сейчас, я вернусь. Не, ну, если хочешь, оставайся. Тебя никто не заставляет. Нет, я понял. А, блядь, СВД по мне палит. Да уж. Удивительно, почему? Сука ебаная, мразь, блядь. Калаш, если мы даже придем, мы не сможем помочь, у нас нет СВД. Да какая разница? Назад беги, а не вперед сейчас. Скадовск. Я уже вычислил его позицию. Чё, поймали вашего мужика? Я сейчас обратно бегу, блядь. Я могу сказать, где он находится, Бородин, если интересно. А смысл? Мы не перестреляем его. То, что я угадал по поводу Баржинова, этот падла там сидит. Да ты я что, блядь? Прям накаркал сам на себя, блядь. Он косой, кстати, еще. Либо не специально. Потому что СВТ. У них а СВТ, потому что. Это СВТ? Да. А,
Этот шедевр советского оружия Грома. Оно еще по убойности как СВД, я понимаю, да? Оно кривое, как палка. А че я от него бегу тогда, блядь? Потому что даже палка разбустерляет. Напомню это. Суть в том, что это он от меня должен бежать. На. Удачи. А сколько СВД стоит вообще? Много, наверное. Серьезно? Я думаю, что достанете осколниковку сюда. Я сюфик много. Ложка, ману нужно найти. Накривай, как пал. Сейчас я тут падлу. Какие найду, бабки? Блядь. Возвращайся. Да я знаю, я просто юморнул. Я уже рядом с Скадовским, уже все здесь. Ну-ка, сюда можно залезть? Ничего себе. Сейчас нам новые пути найдешь, что ли? А я, кстати, ни разу так вот не проходил. А что, если просто по вагончикам пройтись? Я вот и говорю, что я пока что в шоке. Аккуратно, главное не упасть. А ребята что-то парились, вот обходили все. Че они парились, интересно? Мы вон гениальный ход сделали. Ну что ж. Наша матерая Химера засела где-то около ВНЗ. Возможно, где-то под трубой там логово себе организовало, возможно, где-то неподалеку. Позиция? Вот этот домик, это самая, наверное, лучшая позиция, особенно ее крыша. На домик. Батюшка! Это была священная граната, вы не понимаете. Егер! Подожди, давайте почистим, потом уже вопрос. А много уважаемый егер, можно вопрос? Вон бежит! Бежит! Со стороны вышки бежит. Где? Где? Вот вижу ее! Вон вижу ее! Вижу ее! Направо прыгаю! Мочи! Я толпа! Кто идет? Кто бежит? Мужик, кто бежит? Уходи отсюда! Я тебя. Готово, тварь, всё, готово, всё. Готово. Ура! А ну-ка, сейчас я и клыки подряжаю. Ну что, еще подождем для гарантии. Опа! Идем, там еще одна! Собирали. Еще одна! Готов, в смысле? Я так и сделал. Дай! Готово. Еще одну убили. Шикарно. Ну, четверка точно. Первое, кто из северян, а кто из святош? Ну вот только мы вдвоем. Мы четвером северян, тут четверо северян. Вот, нас пятеро. Вот это вот все мы, да, стоим? Да, граф, я... Так. Ну, сейчас кое-что придумаю. Так, у кого первый коготь от самца? У батюшки. А второй? Второй у пассажира. То есть у северян и у... Святых. Святых по когтю. Да. Хорошо. Значит, вам я обоим выдаю по 50, ну, по вашей группе, плюс еще один небольшой подарочек. А ты, Пузо, не переживай, тебя тоже останется. А ты был с нами? Поза был с нами. Ты был с нами? Так. Куда же ты все? Ладно. Да.
тому сталке, он тоже не причитается ни в какой минуте. Уже сами решите, кому это достанется? Это северянам-то дал или кому? Это уже сами решите, этот подарочек. Так, кому переводить денежку? Батюшка вепер забрал. Вепер батюшка. Да, да, да. Так мы уже поняли, чего делать. Так он проснется, потом поделится. Там фанатики бьются. Мы сходим, посмотрим. Да нихера он не поделится. Блять, жид тут еще. Не, пускай делится. Он сказал, обсудите это. Давай, давай тут без этого, без оскорбления батюшки, хорошо, друг? Мир, это вот они по нам сегодня стреляли, да? Ну, молча хватать тоже нашего? Такое. Да, двоих. И пусть двоих. Тебе, вот пусть. Согласись, пусть не по церковному это, да? Двоих. Ну, пассажир. Я не понимаю, блядь, как заходить туда? Где установка? У нас все же, блядь, поднимите, зайдите лево. Направо, просто по мешкам пробегите направо, там не давит. Только надо сейчас снайпер понять, где. Я сейчас хотел пройти блядь, направо, а был выстрел. Где бы он, ну, блядь... Ну вот надо понять, где снайпер. Он если или он прям сидит КПП, справа, прям он может сидеть. Прям. Блять, тогда подойдите туда вдвое-трое и просто забегите на него. Он вас СВД нихуя не сделает. Я пробегу слева. Там слева пси бьет, ты не сможешь, я старался уже. Вариант пожата только справа. По левой стороне вообще нет варианта. Грач, прикрой, я сейчас буду заходить. Блять, снайпер, сука, грань, кто стреляет сейчас? Ебучий ты конч старопом. Вот, блять, я на записи будет, там будет. С СВД нихуя не сделает, блять. 7. Сколько там? 72 в ебальник, блять. Сам сходи и пожри, уебан, блять. Это мы, это мы на КПП осматриваемся. Какой КПП, блять? У кого стрельба? Блять. Живой? Где враг? Да не враг, не враг. Дед тут в трубу залез. Сорян, дед. Да ты черный в темноте, блядь. Гараж хуем. Входу пошли, Убер. Да, один. Гараж хуем. Так, поднимите руки, кто в кустах. Подними руки, кто в кустах. С кранов огонь. Да хуй, я поднимаю. Да. Кто в кустах руки подними, чтобы мы могли это. Блять, туман. Вспышка сложи такая. Оружие, нас больше сложи оружие. Нас трое. И снайпер. Готов, готов. Монолит блядь, тут! Готов. Монолит, блять, тут! Я знаю, я тебя прикрыл, блять. Первое правило. Ты перестаешь так дебильно шутить. Потому что в зоне, когда наши товарищи врут как мухи, мне от таких шуток противно. Второе правило. Ты перестаешь, блядь, зажимать для команды. То есть, ну, на полную самоотдачу как можешь. И то не надо, знаешь, типа, сувать. Спроси, может, это человеку нужно. Если не нужно, ну, он откажется. У нас нет таких хапук, которые, блядь, вот это дай, вот это дай, вот это дай. Нет таких людей. Я лично со всеми знаком. Человек, если нужно, он возьмет. Если не нужно, он скажет, нет, спасибо, у меня есть. И последнее правило. На боевых выходах, по типу, когда мы отбивали МБУ, с военными ходили, ты ведешь себя адекватно и слушаешься всех приказов досконально. Потому что если я не приказываю, то ну, можете делать как хотите. Значит, ну, я доверяю вам. Но если я вам говорю сделать так, значит от этого что-то зависит. У нас сталкер помер. Что? Грач. Грач, привет. Сталкер помер. От кабанов. У меня. А, кабанов. Был напал на тебя кто-то. Надо забрать его. Калаш, прием. Калаш.
Калаш только проснулся, мой скадовский. Грязь, ты видишь, мужика забрали. Чё, мне помощь нужна? А, не вижу вас, блядь. Он ещё не полностью согласился. Откуда такой у него Велес? Да я не знаю. Ты хоть бы, ну, кстати, хотел его показать. Слышишь, мужик? Есть же. Так, мужики, скиньте еще 100 тысяч мне на счет. Что есть? Научная сумка. Но я не думаю, что он, что Велес может лежать в научной сумке. Если медведь лежит, значит и Велес может быть, правильно? Да, ты находил когда-то медведь в научной сумке. Вот этот вот детектор в продаже стоит лям 200. Мы его за 450 урвали. Ну, он же рабочий был. Да он вроде рабочий, светится. Вы понимаете, что один артефакт третьего класса стоит кикбашенных денег? Мы в скором времени отобьемся и даже приумножим, если не потеряем где-то. Так что, ну, вот эта вот вещь кому-то сейчас достанется, вы думаете, Грач. Береги, разница ока. Только, ну, всей группой будем хранить. В общем, Калаш... Сейчас я говорю тебе последний раз. Если я увижу нарушение еще... Блядь, еще один раз увижу нарушение одного из трех ультиматов, которые я тебе поставил. Без вопросов, без споров, ты просто покинешь нашу группу. Я на скоростке буду сидеть. Ты меня, надеюсь, услышал? Да. Считай, что это было твое последнее предупреждение. Все. Грач, ты? Кто стреляет? Грач! Да, я. Ты на канах, что ли? На СПО он уходит. Ты на СПО? А чё ты один пошёл? Я же сказал, я на крану ушёл. Я под кранами. Вон, вышел из-за камня. Кто стреляет? Свои. Мы. Какой камень? Вон, дорога перебегает. Упал на дороге. Какая дорога? На дорога та, блядь. Добивайте его. Помогите, он встал. Не, его не вижу. Который сток, СПО, вон там. Кто не стреляет, я пройду. Я сейчас просто на краны залезу, чтобы вам взад не ударили. Ну, я смотрю, я на краны смотрю. А, ну все, все. Все, он дальше все будет пошел. Конечно. Ну, походу, Калаш залез на кран, вижу. А почему не стреляет? Чтобы эти суки знали, блять. Он либо за стеной, либо хер повезет делает. Какая стена? Как, про кого ты вообще говоришь? Дорога, блядь, на СПО! Понимаю. Вижу его. Он там в кустах и камнях бегает, я еще там... За камнем. Вон, вот за камнем. А где вы? Прикройте, я пойду за ним. Где еще раз говорите, за камнем? Контейнеры, дальше да, камни. Стоянка, да, стоянка за контейнерами, стоит, которые есть. Ну-ка, смольника, где он? Я вот сразу вижу. Так. Ага, понял, все, все. Опять упал. Опять лег. Да, блядь, я вообще, как вы видите?
Так, я понял. Давайте пойдем. Че, лежит еще? Шевелится? Да, да. Ну лежит. Все, готов. Умер. Наконец. О, красавчик. У него какой-то блокнот. Возвращаемся. Там разберемся. Там потом кому-нибудь из наших отдадим, разберемся. Блять, Калаш, я же тебе говорю, дорога на СПО, блять, за контейнером. Какие нахуй стенки, хуненки, блять. Я в него, блять, поливал, блять, сколько. Так вы со стороны с каких будете заходить? Не-не, там воздух искажает, я тоже твои трассера видел, которые в сторону СПО летят на сток. Не, в сторону, я же и голосом говорил, куда? Вот она дорога на СПО, прямая. Бля, там еще. Упал. Упал. Еще один был там вроде. Но он поздно пришел. Че, проверяем его тоже? Да, посмотрим. Гранату кидаю. Куда ты кидаешь, блядь, гранату? Ну кидай уже, блядь. Чтобы он не было там никого. Давайте, я с РПК, я первым пойду. 5.45, ну вот сейчас использую. Ну, 5.45 у нас возможность купить есть. Да, военных только что-то не видно. Кто там я сейчас видел, побежал на плато к церкви? Я за камнем. Ебать. Нахуй. Чё там? Пойдёмте вернёмся на скат. Чё такое? Похоже, меня не спросили, меня перефактом поставили. Что именно? Бородец, ответь. Ну ты только что. У меня глушитель, ты чё? Ну а трассера это не выдающий фактор? Ну ты видел? Я же видел. Я смотрю в другую сторону, Гутер на тебя посмотрел. Главное, чтобы Родин не видел. Да, главное, чтобы Родин не видел. К вам грех идет сверху. Да, откуда? Стрелять? Сверху грех. Гаси. Готов. Вот вы убили. Да это все те же, похоже, уродами. Ну, ебашь их пора ты. Да с самого начала было пора, я не знаю, чем мы ждем. Еще после той хуйни на церкви надо было браться. Ну эти что-то, блядь, поактивнее будут. Может, пойдем? Да пойдем, прикроем пацанов. Че тогда сворачиваемся? У нас двоих мало, 2-2. Да, пойдем. Опа, на лесопилке. Где-где-где? Видят нас. Вышел один с ангара. Зашел обратно. Могу отработать. Работай. Зашел сейчас, как только появится. Слева, справа выходит. Одного стрелял. Снял одного? Да, на входе, который ворота открыты в ангар. Полис чердака я попробую сейчас со стороны зайти, чтобы здание просмотреть, само вход. Блять, стреляет.
Правый выход. Видел, видел. Сейчас в дальний попробую зайти. Еще один готов. На земле снаряде наш. Вандилгия. Они там дальше, дальше земного снаряда в сторону котла. Тут двое людей, один в плаще, другой с автоматом к вам бегут на помощь, пацаны. Пройдем, провезем снаряда. Иди сейчас, бандиты, брат. Пока они на Шевченко. Ну, на земном снаряде сидят. Прям там, в здании? Да, прямо в земном снаряде. Еще наша частота 101, пацаны. Господи, если бы со снайперки уже могли нас перешать, уже кто-нибудь откуда-нибудь прилетел, блядь. Давайте я их к себе сюда примату. Я типа вот тут, они придут меня гопать. Нет, ты можешь вы... руки типа поднять, ну понял, типа ты даешься, понял? И потом, когда они вылезут, короче, тогда их ебанут. Только когда они вплотную ко мне подойдут с оптики, сработайте, окей? No. Слышите, нас больше, блядь, да пусть они сдаются нахуй. Нас тут, блядь, 4 человека, блядь, их там только двое максимум. Может, он вообще один. Их двое. Ну, блядь, их двое, нас четверо. Да они мне сказали. Короче, я здесь прямо рацию скидываю, чтобы меня не спалили. Все, удачи. Не-не-не, ты назад можешь вернуться, спрятаться, нет? Нет, они меня все спалили. Я бегу. Так ты, блядь, уйди, блядь, я ничего с тебя в плен возьму, ты все, и пиздец. Может, повезет. Ну, главное, чтобы мы их убили. Бегу. Я минус раз. Ближе одного на втором этаже. Ладно, я понял тебя, блядь. Ты сам где находишься? Блядь, рацию скинул. Да. Он двигается, он уже по мосткам идет к центральному. Блядь, могу блядь. Попробовать через аномалию выскочить. Туман, нихуя не видно. Ладно, я двинул к трубам. Блять, он к ним зашел. Сука. Ну, он же говорил, что типа он сдаваться будет. А как мы снимать-то будем? Да он, блядь, рано, рацию рано выкинул. Ну, чтобы частоту, типа, болить. Да надо было обговорить, чтобы он во дворе там оставался и все. А, они в центре, они в центре. Они хотят, чтобы он залез к ним через дырку. Да, вижу. А, у него с головой все в порядке? Что мы сейчас делать будем? Турмовать, блядь? Он еблан... Я говорил, сука. Блядь, это хуёвая идея. Ну, да, ребят, давайте так, ну, ебашим, если убьем своего, так... Да, блядь, ему предупреждали, нахуй, я не знаю, нахуй он это сделал. Как будто специально. Сталкер, который был в заложниках, его уже ёбнули вроде. Попытался выбраться, стол поднял и все, пиздец. Сколько сейчас людей на связи у нас? Прием. Ну, трое минимум, че-то. Ну, я один, кто еще? Ну, мне кажется, человек, который с нами на частоте был, туда пошел в одиночку, попытался заштурмовать, в итоге его ёбнули. Они могут иметь доступ к нашей частоте. Так, блядь, я повторяю еще раз. Я говорил, блядь. Ваша частота у нас, блядь. А там съебали, нахуй.
или вам пизда? Сдвиг плюс. Алло, блять! Сталкерня, блять! Выходим, ручки поднимаем. Я мне говорю, бля, мы вас, мы все, бля, видим, вообще, бля, мы знаем, где вы там, бля, сидитесь, бля. Да я заметил, вы препаратом своим обдолбались, блядь, все видите, 360 градусов, наверное, видите, блядь, только выходите, давайте, ручки поднимайте. Двое твоих уже сдохло, блядь, следующий, блядь. Че вы хотите, бля, еще, что, Паша помочит, бля. Как и ваш на лесопилке. Блядь, пошел, слушай сюда. Слышите, пошло, что за колеса гоните, ну? Да, про давай, колеса говорю, расскажи. Давай, Гаврилка, порешаем этих неудачников! Ага, бля, один на первом этаже, бля, на выходе, бля, еще что скажешь, бля? Что, галлюцинация, бля, уже на туре? Вы, блядь, убили человека, который добровольно сдался к вам в плен. Эй, долбоёб, блядь! Мой дружок зашёл к нам с оружием, а мы предупреждали, блядь, этого не делать! Вы его убили! Вы, блядь, убили человека. Вы его слышите, убили, блядь, да вы какие-то конченые, нахуй. Вы конченые, блядь. Вы реально психопаты, нахуй. Блядь, братва на юге, нахуй, обитает. Они намного более адекватнее, чем вы, блядь. Ну, блядь, видно, кого-то сосал, блядь. Нам так же начнёшь! Да. Головой тут проблема. Вот, блядь, подам, ты ебальник свой высуни, пожалуйста, посерьезнее. Это такая ж просьба. Давай, бля, переглянемся. Я только через это, бля, ты только это вдуло смотри. Повторяю, вы окружены, блядь, выйдите с поднятыми руками, сдавайтесь, блядь. Нас намного уже больше, чем слишком вас. Поздно! Ничего, бля, разберемся сейчас. Ты завтра не переживай, бля. Свои все живы? Первый этаж. Да. На первом этаже за зеленый первый этаж. Первый этаж. Вышел, прям активно. Граната просто, граната! Ай, блядь, не долетела! Опять выкладывай первый. За зеленым ящиком. Да чё там сталкерок этот не может нам врубить шансончика какого-нибудь на переплотного, бля? Блять, вас там скоро прибьют, нахуй. Какой вам нахуй шансон? Вы чё там совсем что ли ёбнутые, блядь? У вас повеселее, что врезать было, бля. Шкеритесь там, шкеритесь, не шкеритесь, да. На первом этаже сейчас двое у них. За зелёным ящиком. Да, двое, бля. Ну двое нас. Ну и чё, бля, ну на. Рядом здесь. Аккуратно. Блядь! Кто полез? Наш. Один готов у них. Слышите, твари, блядь, у вас последний шанс, нахуй, выйти, выходите, блядь, живыми, нахуй, здоровыми, блядь. Руками, блядь. На первом этаже, слышите, на первом ладно, этаже. Ладно, я сдаюсь! Выходите, я на первом этаже. С поднятыми руками, оружие бросить! Оружие бросить, давай, всё, в аномалию! Давай, я тут немножко ранен! Я ранен! Не плевать, в аномалию! Он на первом этаже. Оружие. Не ранен ты ни хрена! На первом этаже! Вышел! Первый этаж! Блять! Сработали! Всё, они все. Где он? Он убит? Там на первом этаже, блядь, двое эти были. Он вышел, он зашел в здание вот это второе, в мелкое. Под тобой, что ли, получается? Остается, слышите, второй этаж, лестницу смотрю. Второй этаж вижу. Это я. В плаще? Ты сейчас на втором этаже? Да, этаже я у них. В плаще. Так, мы что, получается, устранили? Получается, у них внутренняя часть, все. Да, чисто. А, третий этаж. Блять! По кому? Да он там, блять, в нижнем отсеке. Нижний отсек, первый этаж. Первый этаж, это отдельная комната, которая. Вот да это отдельная комната, которая идет на первом этаже, блять. Сука.
Ходячего зомби, что ли, нашел себе? Смотри, смотри, смотри. А вот такой смелый, блядь. Да, это, блядь. Сучара. А вон второй, смотри. Где? А, ебать лошарец, сука. Я что-то не увидел. Че, все, блядь, долбоёб. Я говорил, нахуй, слушай радио, последний день тут приходит. Так они же это... Фоточки их были. Давай, давай. А, в натуре. Вот этот уёбок с противогазом, я ему предлагал, а вот это гандон, который говорил, что бога нет. Ну чё? А они ж после того, как ты ушел, они же продолжили дальше сидеть тут, блядь, музычку слушать, которую им этот дебил включал на скадовский блатную. Всё, братишка, чё? Не спасли тебя, блядь. А, пошли, пускай. Их даже, видишь, их даже мутанты не жрут, блядь. Падали. Говно ебаное.